Сегодня видосик будет скудноватый на монтаж, на длину ролика, да и на всякие вставки с эффектиками, потому что у меня днем, когда мне надо было уже заходить записывать последнюю часть материала, а потом монтировать видос, решил отрыгнуть компьютер. Короче, один день решил пустить все планы по пизде. К следующему видосику все исправится, я доустановлю нужные плагины для монтажа и снова продолжу делать как раньше. Самое ненавистное явление в Dark RP — это не RDM, как вам могло бы показаться, не нарушители, которые нарушают кучу правил за одно какое-либо действие. Не, самое ненавистное явление — это Voice Mod. С добавлением покупного разрешения на его использование, того, кто не купил это разрешение, могут буквально четвертовать на одном из серверов. Но даже покупка разрешения не гарантирует вам неприкосновенности от особо злых игроков. И именно с такими обезьянами мы встретимся сегодня. Играл я на Infinity RP, IP, группа, а также промокоды будут у вас на экране и в описании. Убийство. А чё такое? Ты же его вроде бы арестовал, все нормально, причину объяснил, в чем проблема. А проблема в том, что у меня нарушено правило НРП, так же как и у него. Сейчас он накинет жалобу за то, что я его просто так арестовал, ведь он убил забаненного. А забаненный нон-РП персонаж, а каким хуем я должен был это знать, админ не может ответить. На самом деле это реально считается НРП, 10 минут отсидеть не так уж и трудно, при условии того, что у меня тем более бесконечные разбаны на случай бана куда побольше сроком. Но там во время жалобы придет еще один администратор, который никак в ней не участвует, но против его участия никто ничего не имеет, и никто ему не говорил уходить оттуда. В ответ на это челик, который подал на меня жалобу, начинает агриться еще и на него. И админ, который разбирает жалобу на меня, ну как-то очень странно реагирует на его неадекватное поведение. Сначала показалось, что он просто не замечает, якобы, чтобы просто не давать ему больше бан, но нет, все оказалось куда сложнее. Смотрите, как быстро жалобы его приняли. Мою принимали минут 10. Охренеть. Сразу взяли жалобу. Так еще его и друг взял. Походу. Но он же убил кого-то. Не понял. Так ты тэпнуть можешь. Зачем мне в сит на ЖБ самому тэпаться? Я этой логики не понимаю просто. А, смотри, получается, ты арестовал его за то, что он убил... Закончилась халява. Ты, получается... арестовал человека за убийство, когда он убил забаненного, верно? Его с обоих нон-РП, если это так. Ты его по факту арестовал ни за что, если только за оружие мог арестовать. Там убийство было. Но он сказал причину, которая да, как таковой не была. Я вышел с цемент и вижу тело какое-то отлетело, и он бежит с ДБ. Получается, данный человек убивал забаненного, как я понимаю. Вот. У него выходит НРП. И у тебя тоже, получается. А я тут при чем? А мне откуда знать, кого он убил? По скину... по скину, ваще там не поймёт. А забанник нельзя разве убивать, что ли? В смысле, ваще поебать? Нет, нельзя убивать, ты чё? Уйди с ЖБ. Я не говорил ему уходить. Да, я могу переарестить. Нахуй он тут? Нужен. А ты нахуй был тогда на той ЖБ? Вопросительный знак. ФРП причине. Иди нахуй. Снова донат профы, снова эти множители для пополнения. Вопрос тем, кто ведется на эти множители. Вам самим-то не надоело? Steam распродажа уже в самом разгаре, а вы на Dark RP до сих пор тратитесь. А выгодно пополнить Steam вы можете с помощью Pause and Play. Это самый выгодный и быстрый способ пополнения Steam с лучшим курсом и без скрытых комиссий. К тому же сейчас действует акция на 20% кэшбэка, а работа она вот так. Пополняй счет на сумму от $10 и получаешь 20% от суммы пополнения сверху. Эта акция ограниченная по времени, поэтому лучше проверить актуальность в телеграм-канале Pause and Play. А для подписчиков моей телеги мы решили сделать бонусные пополнения. Призовые места и награды у вас сейчас будут на экране. Для участия вам нужно подписаться на телеграм-канал Pause and Play и запустить бота по этой ссылке из описания. Итоги розыгрыша я опубликую у себя в телеграме. Переходи по ссылке из описания и пополняй свой Steam быстро и выгодно. Еще что-то скажи. Ты, Войс, ты это не сказал. Недоадмин, закрывающая круглая скобка. Ты сказал, что это убийство. Я арестнул за то, что увидел. Так, я арестнул за то, что увидел. Увидел убийство. У него уже второе нарушение. Я могу переарестить. Это не трудно. Но это все равно неадекват из плюс в общем месте. Тут же армии ТРП не отменяли? Отменили. Сука, нету этого. А у вас обоих выходит нон-РП? В чем
НРП-то... Егитов, оставь вот этого киллера. В чем НРП-то у меня? Еще одно нарушение замечено было. У тебя АДМ 1, 2. 2 НРП. Я увидел убийство, преступление. Наказал за это. Я чей ебу, кого он убил. Вердикт. Ну подавай Егитов. ЖБ в Дискорд. Вердикт РП Егитов. Или НРП персонажа. Плагоих НРП. Понятненько. Ну ладно. Ну, в общем, как он ведет себя с абсолютно левым админом, вы только что увидели. Я решил после своего бана понаблюдать за этим всем, посмотреть, выдадут ли ему по окончании разборок также его НРП и неадекватное поведение. Но пока об этом слова никакого не заходило. В ответ на это поведение у админа, которого просто так буквально ни за что обосрали с ног до головы, появилась жалоба на этого идиота. Он там перечислил кучу нарушений, которым, по моему мнению, не хватает еще также НРП, который он еще не получил. Но и я по доброте души душевно решил помочь ему, подсказав о том, что есть также НРП, и он об этом сказал. И потом я после этого всего только тэпнулся в админзону. Реакция идиота себя долго ждать не заставила. А, о как. Чё? Нарушение выявлено. Давай, давай, давай. Я помогу тебе. Не-не-не, ты чё? У обоих АДМ. У обоих АДМ. У тебя там уже пена изо рта, что ли? Плюс неадекватно жалобил. То, что он мне от моего имени забанил. Обосрался. Легитов, ты так и будешь, да, молчать по поводу его неадекватного поведения на жалобе, верно? Покрывает чолика. Да не адик у него уже. Ну, закрой ебало. Уже. Признаешь, махи осадом не адик, я. А не признаю. НРП плюс осадом плюс махинации, да. Плюс неадекват, вот плюс список. Оса, плюс АА. Пошел нахуй. Шаришь, цик, кусай за хуй. Но этому еще. АДМ 1, 2. Не. Въебать. Yeah. Да. А объясни. Пэш, как тупому? Мне. Почему как? Почему как? И у тебя тоже АДМ 1, 2. А почему ты такой громкий без микродейн? В смысле? И нахуй я говорю. Ты главное не заикайся, пожалуйста. Да все, закрой их мало, ребенок, фу. Блять, прищепочник какой-то. Ладно, меня заебало это, короче, я тебе на месяц сок дам. Не разбанишься, я тебя снова забаню. Прищепочник еще что-то ебало будет открывать свое, пиздец. Нищий, блять. Я тебя разорю, долбоеб, чтобы ты себе разбаны покупал. Ты можешь говорить что угодно. Ты меня не сможешь забанить, не. Не смогу? Ну вот, смотри. Я его никак не посылал, не оскорблял. Так он же, правда, с самого начала просто прилетел сюда. Я спросил у набор. Он же просто прилетел сюда, и тот начал его посылать на ровном месте. Точно такая же ситуация была, когда я подошел. Ну, он неадекватный какой-то, типа. Еще и прищепочник. Наставление даю на всю жизнь. Видишь прищепочника, сыврыло. А он конкретно жалобу подавал сейчас? Не имею права закрывать. Ну, забей уже, все. Ну, уёбка забанили, который хуйней страдал. Бегает забаненных, расстреливает, еще что-то делает. Ну и все, я думаю, можно пропустить данную ситуацию. Ты же как-то забыл про его нарушение. НРП, про который ты, ну, говорил, то, что ты собирался выдать. Ну, забудь и про это. Да-да, забыл. Про неадекват его ты тоже как-то забыл, пока он стоял его говном поливал, и меня тоже. В мире, видишь, я, более, в Dark RP происходит куча нарушений, про которые забывают люди. Вот давай пусть это будет Нет, одним из них. Я бы ему в любом случае выдал. Неадекват бы ты не выдал. По правилам ты обязан дать предупреждение, а не просто адекватнее, спокойнее. Так бы ты, если бы выдал ему, ну, было бы не по правилам. Ну вот, читай, забыл. Куча нарушений есть, про которые забывают. Давай это будет одно из них. Ну просто ты подумай. Чел сидит, чела говном поливает. Ну да. Ну, об этом можно сразу сказать, дать предупреждение. Раз, два, три и все. А ты втихую собирался выдать чем-то лучше. Алло, здравствуйте, это прищепочник. Алло. Алло, это прищепка на носу. Здравствуйте, вас не слышно. Вы можете прищепку, пожалуйста, снимите, пожалуйста, прищепку с носа. Пожалуйста, снимите прищепку с носа, я не слышу вас, алло. Вы можете перезвонить? Я же говорю, вы с прищепкой на носу. Вы не понимаете? У нас в городе действует закон. Видишь человека с прищепкой на носу, сыврыло. Может, вместо обычного, ну там, обезьянника в ПО, это построить полноценную тюрьму для особо... опасных преступников, чтобы они там сидели час-два. Да у нас они особо не опасные, какие-то никакие они. Вопрос. Какие-то, да. Минутки после убийства это... Далые какие-то люди в городе здесь. Вы знаете там кого-то строителя там... Ну... кого-то... У нас даже один есть старый дед-негр, он получается...
Раньше у него было прозвище «Особо опасен», потом он потерял две руки на задании, и у него новое прозвище «Особо не опасен» стало. Куда, блин? К стене оба. Ладно. Сука ебаная. Ай, блядь, да за что я к стене, около стены был? Мерзкий. Нападение. А, какое нападение? Брат, беги. Да отойди, господи. Не трожьте его, не трожьте. Сейчас, что он сделает? Он же мне тэпнет. Но ФРРП у него есть уже. Нет, а с чего взял? У меня не было ФРРП. Ты мне угрожал? Нет. Я ничего не слышал. Прыгаешь дважды. Что дальше? Это ФРРП. Правило, давай покажи мне, эти два раза прыгать нельзя. Окей. Резкие движения, пока ты связан. Это не резкие движения. Жок. Это резкие движения. Да, душно. Ну лезешь, хули, когда мы деремся, ты лезешь. Просто хуй положил на правила. Я хоть веселюсь, а не хуйня сразу. Веселиться он. Веселись в другом месте и не нарушая правила. Я не нарушаю. Чел в наручниках убегает на двойных прыжках. Запрещено делать резкие движения. А, никнейм человека, пожалуйста, не можешь назвать. Я вести мои диски. Блуд. Головой подумай. Нет, я не думаю о голову. Да, оно и видно. КП. Я же брок удар КП. Что я думаю, тут не будет дойти. Тем более, в любом случае, меня типа догнал и посадил. Что, ну, ты что-то душнишь уже. Ну, ФРРП есть ВСЕ равно. Ну, ты душнишь. Просто душнишь. Так прописано вопрос, в правилах. Вопрос. Это не какой-то скрытый смысл. На... Там черным по белому. Решает резкие движения в наручниках. Ну, вот, да. Ну я о чем? Давай баня бежим. Ну не ты, конечно. Не, этот тип, нет. А вых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 в
рассказать. Меня это затронуло. То, что ты сын пизды дырявой. Ебать. Я еще могу сказать. Давай, еще что можешь сказать. Еще не ну что, сын героиновой наркоманки, продолжай. Ой, ты балла бездарный. А нахуй ты глотку прижал, чтобы такой голос придавить? Да, Сара, Са. Все, тихо. Все, ебало. Давай. Расскажи, что тебе все. Сар, плюс неадекват, плюс феррарп. Че, ущемился сын бляди дешевой портовой? Как дела? От одного феррарп. Ему тоже надо. А что ты ему дашь? А у меня разрешение на неадекватное оскорбление родителей. Тем более таких долбоебов, которые тебя породили. Серьезно, есть такая пейбота? Ну да, раз да. Ты есть и такая пейбота. Ты что, не знал? Да. Закрой ебало. Закрой ебало свое. Ну так что-то новое я услышу, нет? Тихо. Я могу без войс мода тебя в чан с дерьмом окунуть. Как тебя, блять, окунали родители, ебанат нищий. Ебать крипан. Я ж тебя разорю, ебаната, на разбаны. Ты будешь тратиться до конца своей жизни. Просто если мне захочется, блять. Понимаешь это, нет? Надо почаще вырубать. Что, кончеглот пострелял, нет? Слышишь, не, это какая-то хуйня неадекватная. Я, наверное, знаешь, как попрошу сделать? Это что, люгера ДМовский или как? Заткнись. Это люгера ДМовский. Пистоль. А, пистоль? Ну сейчас, подожди, пару секунд. Я не баньте, ничего с ним не делайте. Но если сам ливнет, то просто добавим лифт. Сейчас я хочу кое-что узнать. Мне кажется, он наигрался с этим люгером. У челика забрали. А у челика-то реально забрали его пистолет. Его цена в донат-магазине 20 тысяч. Ебало, представили того дегенерата, который на это донатит. Сразу узнал. Мы фанаты. Я тоже фанат. Они мои фанаты. А, кстати, сейчас подожди. Кстати, видос видел. А, подожди, так у тебя рецидив клуб. Да я понимаю, да все равно у меня. Мне так все равно, блядь. Мне так все равно, блядь. Крипка, вопрос один есть. Ты вот человеку сегодня выдал один месяц рецидив. Да, я бы еще выдал. Почему? При желании, если он так себя вести будет. А что он именно сделал, можешь сказать? Ну хуеплет дешевый просто, потому что сидит со мной на жалобе, к нему админ подлетает, ну к нам на жалобу. Он начинает слать нахуй админа, вот, меня получается...
из-за него забанили на 10 минут из-за того, что я его арестнул. А арестнул его, потому что он убил кого-то. Я только на жалобе узнал, что он убил забаненного. А я откуда вообще знать это должен? Вот, он обиделся, подал на это жалобу. И на этой жалобе админа левого, который прилетел просто свои 5 копеек ставить, никто не запрещал этого, он начал посылать нахуй, оскорблять. Я с бана вышел, а у них там жалоба. Я прихожу, подсказываю админу этому, на которого он уже пожаловался, правильный список нарушений этого дурачка. Он начал и меня тоже оскорблять, посылать нахуй. Ну, кстати, вот это с дерьмом в глотке сидит, чучело, а тот вообще с прищепкой на носу. Что у вас за пристанище умственно неполноценных, недоразвитых сынов, бляди? Какой, блядь, листочек? Мне листочек не нужен, чтобы тебя просто залупой по лбу настучать и шишку набить. Мама, залупа. 4 класса образования, закружу ебало свое, пиздец. Вот это... У тебя из-за того, что ты ему выдал один месяц, выходит ADM 1.6. Да окей, только не сейчас. Мусора. Блядь, сука. Чё ты там вякнул, а, уёбок? Иду собеседовать в твой клан, ты можешь отпустить меня? Иначе тебя могут выебать. Кто меня выебет, ты, полудурок? Какие мусора, бляди? Нормально говорю. Ты что, ебанат совсем? Блядь, ебаны. Пиздец, чем ты сидишь с своим смодом? А шо, мне с войсмодом нельзя сидеть? Это нельзя. Нет, нельзя, так потому что ты ебанат мне запретил, никто типа, не разрешит, или что? Что ты говоришь. Осел. То, что ты ебанат мне запретил, значит, мне нельзя сидеть с войсмодом, да? Я тебя запретил. Прям в реальной жизни робот, да? Да, да, да. Прям робот в реальной жизни. А тебе банан дать? Ты что же сядешь? Ты что ж сядешь? Да ты было ж бы за что садиться, было бы за что. Я бы тогда кого сел. Кого дать? Банан тебе дать, обезьяна за решеткой. А ты что, уже знаешь, как садиться на банан, что ли? Нет, я тебе говорю, банан тебе дать, причем тут ты вообще говоришь, садиться что на сидел. Банан. Слушай, ну у тебя, ты может, со слухом плохо, у тебя, ну, негры в башке мозги хоем перемешали или как? Или ты реально плохо слышишь? Я знаю, что ты сидел и называешь нами обезьянами. Ну, нас обезьянами. Ладно, это невозможная беседа, ты какую-то хуйню сам для себя придумываешь и используешь в диалоге. Давай, удачи. Слушай, да все прекрасно понимают. Один ты ебаный недоразвитый даун, который нормально якобы ничего не слышит. Ну? Вау, прикольно. А как мне, ну, против этого дерьма играть? Не-не-не-не-не, Dark RP точно не про PvP сервера, там, не. Пока есть вот такие базы, я не вижу смысла их рейдить вообще. Скажешь, да ты стреляться не умеешь. Я не хочу учиться уметь стрелять на подобных серверах, где для того, чтобы тебе зарейдить, тебе недостаточно тарана и какого-то оружия обычного, понимаете? Для того, чтобы нормально зарейдить, тебе нужно какую-нибудь донатную мину купить, тебе нужно для этого купить донатную профессию, тебе нужно купить еще какое-нибудь донатное оружие, которое будет выбивать всех хп из противника. Я к такому, да, не готов, я такому учиться не хочу, да и учиться тут особо, знаете, нечем. Достаточно просто накинуть бабок на аккаунт, все. И считай, ты всему научился, а такое мне, ну, правда, не интересно. А, ну еще, да, забыл, как же вот про шедевробазы вот эти, которые невозможно нормально адекватному человеку без доната зарейдить. Ты пришел на эту базу, поторговал еблом, получил по нему и ушел, все. Это я пересказал развитие событий, если ты играешь без доната на таком серваке или на любом другом в Dark RP. Это просто не играбельно. Ну а теперь уже традиционное отдельное спасибо ребятам из приватки. Вот они слева направо. Юрец, Факап, Пинтурас, Фанацио, Шелтир, Слайм 228, Максим, Раздлекс, Спарки, Патрон 1, Бебра Саунд, Бумс 1496, Латук, Сан-Франциско, Афорбис, Зейн Мейн, Титан Пропан, Клаунака, Эрик, Армеец, Ранняя Шиза, Миша, Влад Шулик, Джордан Сакс, Маднес Луа, Квадро Эспада и Кирилл.